Многие меня, в общем-то, знают по рассылкам в интернете, по заочному курсу «Память, интеллект, успех». А с некоторыми я даже лично общался во время тренингов в Москве, в Алма-Ате, в Омске. С некоторыми встречался в Питере, в Киеве. География, в общем-то, достаточно широкая. И сейчас я представлю вам нашу новую работу. Это фильм. Фильм-лекция, форсированная о владении иностранными языками. Почему мы делаем именно фильм? Ну, во-первых, мне кажется, что живое слово, звучащее с экрана, да и тем более возможность лицезреть преподавателя, более положительный фактор усвоения информации, нежели просто чтение. Во-вторых, все-таки, знаете, я посмотрел, что когда есть какая-то эмоциональная окраска подаваемого материала, когда вы включаетесь и сопереживаете тому, что происходит на экране, то есть я пошутил, вы посмеялись, я погрустил, вы погрустили, я улыбнулся, вы тоже, может быть, улыбнулись в ответ, это все тоже способствует более углубленному постижению материала. Это наш, так сказать, первый опыт в этом плане, но я думаю, что не последний. Во всяком случае, в планах у нас сейчас стоит перевести полностью наш заочный курс вот в такой формат. DVD, диск 1, 2, 3, 4, сколько понадобится по теме материала, небольшая сопроводительная брошюра и вполне возможно, что еще какой-нибудь сопроводительный аудиокомпакт-диск. Вот сняв этот фильм «Форсированное владение иностранными языками», следующий фильм будет посвящен динамическому чтению, потом работе с текстами, правильному конспектированию и так далее, и так далее, и так далее. А во-вторых, еще есть такой нюанс, что вдруг я что-то узнаю новое, вдруг я что-то постиг, нечто такое, чего раньше сам не знал, но этим владел, меня это привело в сильный восторг, а книгу писать это все-таки, скажем так, в определенной степени длительный процесс, а тот раз фильм сняли, смонтировали, подготовили, и материал уже готов. Но еще одна причина, потому что есть психотехники, которые я активно показываю на очном курсе, и не описывая ни в рассылках, ни в заочном курсе. Почему? Потому что их показать практически невозможно. То есть не показать, конечно же, их показать словом невозможно. Их можно показать только вот каким-то живым действием. Тогда это производит вообще-то максимальный эффект. Конечно, я постараюсь в наши фильмы вставлять какие-то наиболее удачные моменты с очных занятий. Бывает иногда возникнет какая-то ситуация, и мы ее специально, кстати, не караулим, не выстраиваем, но видеокамера какая-то любительская, всегда под рукой, раз и сняли. При этом я не говорю, что качество будет такое же, вот, как сейчас вы видите на экране, но, тем не менее, это тоже оживит, так сказать, процесс постижения материала. Именно поэтому мы и делаем вот такие вот теперь видеофильмы. И вот этот фильм «Форсированное владение иностранными языками», надеюсь, сослужит вам добрую службу. В каком смысле? Действительно, вот за какое время человек может овладеть иностранным языком? Как вы думаете? Пускай даже на таком простом бытовом уровне. Подумали? Я вам отвечу. 2 месяца. 2 месяца вполне достаточно, чтобы вы овладели языком. Но не изучили его, а овладели. Вот на этом я закончу свое вступительное слово и пойдем дальше по теме, как это обычно происходит у нас на занятиях нашего очного курса «Память, интеллект, успех». Итак, почему же все-таки овладение, а не изучение? Дело в том, что изучить язык практически невозможно. И можно только овладеть.
И вы знаете, здесь я честно говоря скажу, что многие люди, которые овладели языком, они никаких курсов не заканчивали. Они не предполагали каких-то чрезмерных именно учебных усилий. Овладение. Вот, допустим, вы на русском языке пишете, грамотно или нет. Надеюсь, что грамотно. Вы ставите запятые куда надо. Вы падежи правильно употребляете. Вы времена правильно употребляете. Но порядок слов в предложении соблюдаете. Но думаете ли вы при этом над грамматическими правилами русского языка? Конечно же нет. Вы делаете все просто как бы само собой. Еще говоря так, на автомате. Хотя это может быть на автомате не совсем и верное, отражающее выражение, на автомате. Вы владеете русским языком. Вот точно так же нужно подходить к овладению и иностранным языком. Это можно сравнить вот с каким моментом. Предположим, вы учитесь кататься на велосипеде. Ну, первое время понятно, вы как-то там смотрите, как руль держать, как педали крутить и так далее. В общем, всячески так напряженно немножечко едете. Вы думаете о том, как ехать. Наконец вы научились ездить на велосипеде. Вы едете по какому-то там чудесному, красивому месту, вы любуетесь пейзажем, вон симпатичный котик устроился на лавочке, вон красивое дерево расположилось на пригорке, и совершенно не думаете, как при этом крутить педали. Но уверяю вас, если вы при этом, при такой вот красивой езде, вдруг ни с того ни с сего начнете думать, как вам крутить педали, как держать руль, то далеко вы не уедете. Или, во всяком случае, ваша скорость заметно снизится. Вы овладели ездой на велосипеде. Конечно, момент научения какой-то маленький, первоначальный был. А дальше уже шел процесс овладения. Вот то же самое. Вы пишете на русском языке какое-то там письмо, статью, реферат, что угодно. И если вы будете заглядывать в грамматический справочник, если будете по нему сверяться все время, вы ошибок наделаете больше, гораздо, чем если бы этого справочника не было под рукой. Овладение. Почему еще именно овладение, а не изучение? Потому что в нашей генной памяти записано уже очень много информации. Вообще говоря, библейская легенда о Вавилонской башне не такая уж и легенда в плане того, что это выдумка. Скорее всего, это действительно какой-то исторический факт, имевший место быть, как говорится. Ну, если вы помните, там люди собрались построить башню высокую, достать до Господа Бога, а Господь на такую гордыню ответил тем, что взял и разделил людям их языки. Они перестали понимать друг друга и вот имеем то, что имеем, говорим на разных языках. Но ведь какой-то праязык существовал. Этот праязык обязательно был. Вот даже мой партнер, друг, знакомый и так далее, Самвел Гребян, пытается сейчас вот этот праязык возродить. Не знаю, правда, какими методами у него это получится, но, во всяком случае, даже с точки зрения чистого любопытства, это представляет определенный интерес. Затем, вот этот язык, правда, не так одномоментно праязык. Раз и разбросался на много языков. Нет, он сначала распался на 3-4 языка, и уже достаточно, чтобы прекратило строительство башни. И лингвисты доказали, что русский, европейский, вообще говоря, языки вышли все из санскрита. Из санскрита. Между прочим, блатная феня тоже во многом использует санскрит. Например, все вы знаете такое слово, как хана. Хана на санскрите означает смерть. Или, допустим, обувь. Ну, я, простите, великодушно, я не уголовник и не блатной, но тем не менее, так, где-то, знаете, смотришь фильмы и так далее, и эти языки ты мне не постигаешь. Вот, шкары. Ну, на блатной фене это обувь. А это слово к нам пришло тоже из санскрита. И все это у нас есть в нашем подсознании. В нашем подсознании таится очень много всякой информации. И вот нужно настроить наше подсознание, и мы начнем владевать языком. А вот теперь вопрос. А где же находится наше подсознание? Вот мы много слышали это слово. Подсознание, подсознание, оно на подсознательном уровне. Там, там, все подсознание. А где оно? Вот кто может указать, где находится это самое подсознание? Ну, многие говорят в мозгу, многие говорят там, в сердце, где угодно называют.
А вот теперь...